чуть-чуть соли. Вкусняшка? Или так себе? Ну, она должна испечься сначала. Я обожаю, мне вкусно. Тебе мне понравилось. Понравилось тебе? Мешай. Я не видела. Теперь мешай. И я буду кушать. Ты лучше не кушай, а мешай. Почему? И вот это мешай. Вика, Вика, не надо. Оно не готово еще. Зачем тебе это? Ты мешай вот это. Так, у нас все ингредиенты есть. Мы включаем духу. Так. градусов. Ну, почти давай 180. Так. А тебе зачем два подноса под домом? Бери там. Не знаю. Я думаю, один пониже сделать. Ну, хорошо, да? Ну, получше. Вообще клево. Интересно, как его так запихала? Слушай, я не знаю, вот они встанут ли сейчас. Попробуем. Так, какие у нас есть маффины? Я считаю, надо сделать маффины поменьше. Ты что пробуешь сейчас? Вот это. Пробуй. Что пробуешь? Хорошо, только с пальчиком. Много не пробуй, ладно? Много не... Так, ты вот это мешай, пожалуйста. И вот это мешай, хорошо? Вика. И чуть-чуть. Да, вот это по мешай. По чуть-чуть. По чуть-чуть мешай, пожалуйста. По чуть-чуть, я не... Все, вместе. Ой, почти заканчивается это. Значит, что, мы это хорошо размешали? Да? Давай, то мешай. Ты особо не пу-пу-пу, ладно? Вика, надо еще чуть-чуть вот это помешать. Ну-ка сюда, ну-ка. Все, теперь смотри, что нам нужно делать. Я тебе дам ложечку. И что? Пикулечка. Нет, это большая ложечка. Значит, смотри. Держись за большую ложечку вот эту. Сейчас я буду потихоньку насыпать муку, а ты будешь мешать. Хорошо? Да. Держи. Угу. Давай. Мешай, мешай, мешай. По кругу. По кругу, по кругу. Еще. Еще. Еще, 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 еще. Мешай. Ты должна непрерывно мешать. Еще мешай по кругу. По кругу. Вот. Трудно, да? Давай еще немножко попробуем мешать. Надо издержки брать для ребенка. Так, так, так. Ага. Не надо. Рассыпать не надо.